Мастер гильдии Святого Георгия обязан своим именем групповому портрету членов Мехелинской гражданской гвардии, гильдии арбалетчиков, посвященной Святому Георгию, находящегося в Антверпене, Королевском музее изящных искусств. Около 1500 года он был ведущим художником в маленьком брабанском городке. Гильдия Святого Георгия в бельгийском городе Мехелин была названа в честь Георгия, святого, убившего дракона. Это была старейшая гильдия в Мехелине, основана в 1312 году и одна из пяти военизированных частей этого города. Гильдия Святого Георгия включала в себя две гильдии – старую и большую, арбалетную и юную, или малую арбалетную. Чтобы стать членом гильдии, нужно было принадлежать к зажиточной буржуазии, и их число было ограничено – 60 для старых и 24 для молодых арбалетчиков. Город компенсировал часть затрат, которые они сами несли на покупку своего снаряжения – оружия и членских взносов. Когда их призывали, они получали ссылочные. Филипп Добрый призывал Мехелинскую гильдию Святого Георгия, когда сражался с гентенарами в 1453 году. Это когда один из наиболее развитых и цветущих средневековых нидерландских городов Гент в 1449 году в союзе с соседними городами восстал против Филиппа Доброго, душившего жителей непомерными налогами. И после поражения в битве при Гавере в 1453 году 2000 гентенаров должны были просить прощения у Филиппа Доброго в рубахах и на коленях. На картине мастера Мехелинской гильдии Святого Георгия Филипп изображен как Георгий, убивающий дракона. Принцесса слева на заднем плане, с чертами лица его супруги Джоанны Кастильской. Правее видна королевская чета у входа в небольшой замок, наблюдающая за происходящим. Они, согласно легенде, родители принцессы, которую спас Святой Георгий. Среди двух групп коленопреклоненных членов гильдии следует заметить трех святых, выполненных в большом масштабе – аббата с крестовым посохом и черной ризой, вероятно, святого Либерта, ученика-покровителя Мехелина Румолда Рамбаута, в архиерейском облачении с посохом и ризой на противоположной стороне. С левой стороны 16 лучников стоят на коленях, сложив руки в молитве или благоговении своему покровителю. В первом ряду начальника гильдии можно узнать по золотому ожерелью с гербом Мехелина, знамени гильдии, эмблеме арбалета и подвески «Летящая птица». Рядом с ним на коленях стоят два человека, один из которых в
красной мантии, другой с белой вышивкой на рукаве. Знак лучника. Растение с тремя арбалетами среди корней. С правой стороны также 14 членов гильдии, также с тремя персонажами впереди. Пейзаж на заднем плане – это Мехелен и его окрестности. Слева виден собор святого Румбольда в Мехелене. С 16 века гильдия утратила свою военную функцию, но продолжала существовать как досуговый клуб для элиты. В 1912 году гильдия собралась последний раз, чтобы отметить свое 600-летие.